Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом коротком видео я хочу с вами поделиться своим экспертным мнением о книге Стивена Гиллигана «Терапевтические трансы». У Стивена Гиллигана несколько книг. Обратите внимание, что я сейчас говорю о книге «Терапевтические трансы». По большому счету, эта книга является учебником по гипнозу и трансу. Ее будет достаточно нелегко читать, если у вас нету какой-то базы, которая помогает, то есть если вы не проходили тренингов по гипнозу, если у вас нету какого-то профильного образования, читать ее будет нелегко, потому что вы будете сталкиваться с некоторыми терминами, которые вам придется где-то дополнительно гуглить и искать. Книга на самом деле насыщена, напыщена, наполнена примерами из реальной практики Стивена Гиллигана. Но я напомню, что Стивен Гиллиган – это ученик Милтона Эриксона, нынче живущий, периодически приезжающий в Россию, дающий семинары. Очень классные тренинги, по отзывам говорят. Он сейчас активно развивает такое направление, как генеративный транс. Есть соответствующая книга, но я еще пока не прочитал до конца, поэтому о ней говорить ничего не буду еще пока. Но если говорить о книге, если вы видите, она у меня вся такая пестрая, она у меня вся подчерканная. Почему? Во-первых, очень большое хочется спасибо профессору Гордееву, да, за организацию этой книги. Я это так назову, потому что книга переведена, чувствуется, что она переведена с участием профессионала. С участием профессионала, и это прям чувствуется. Здесь очень много примеров, и именно примеров каких? Именно идет описание гипнотической подстройки, описание гипнотической трансовой работы в понятных терминах, понятных языках. И вот действительно из этой книги можно брать, действительно, просто заходить в нее и находить те речевые обороты, которыми пользуются реально такие гуру, профессионалы, как Стивен Гиллиган. И эта книга вот об этом. Плюс еще здесь можно найти ответы на многие вопросы, которые касаются сложностей с пониманием терминов, да, допустим, что такое утилизация транса. Мы очень часто говорим этот термин, а не всегда понятно, что это значит. Вот Стивен Гиллиган очень хорошо в этом плане вам подходит. Ну и, конечно же, есть здесь множество контекстов, как можно создавать транс, как можно создавать трансовое наведение через метафору, через подстройку контекстуальную и так далее. Поставлю пятерочку этой книге. Ну, как я уже говорил, у меня, наверное, не будет книг с плохими оценками, но эта книга реально хорошо продвигает вас, если вы профессионально занимаетесь гипнозом. Поэтому рекомендую. С вами был Юрий Пузыревский. Если вы читали эту книгу, если вы собираетесь ее прочитать, напишите какой-нибудь комментарий. Мне очень важно обсудить с вами ваше мнение о том, что вы думаете на этот счет. На этом у меня сегодня все. Пока-пока.